Что же такое блокчейн? Многие, кто слышал о биткоине и криптовалютах, сталкивались с таким понятием, как блокчейн. Многие не разобрались и не поняли, что же это такое, зачем это вообще надо и как это работает. По-простому, блокчейн – это бесконечная цепочка блоков, которая хранит в себе определенную финансовую информацию. В нее можно записать не только финансовые значения, как многие считают, но и любые другие, имеющие ценность. Так может функционировать цифровая валюта, либо другой альтернативный проект, который действует на основе постоянной генерирующей базы данных. Преимущество блокчейна в безопасности на уровне формирования базы данных. Как же все-таки работает блокчейн? Представьте себе огромное количество людей с журналами, которые одновременно записывают одинаковую информацию и перепроверяют ее друг у друга. Так работает процесс формирования цепи. В каждом блоке, кроме основной информации, также хранится метка времени и контент о предыдущем. Все шифруется с помощью криптографических алгоритмов. Таким образом, хранение данных мы получаем с рядом огромных преимуществ. Этими преимуществами являются защищенность, абсолютная прозрачность, децентрализация и конфиденциальность. Рассмотрим эти преимущества подробнее. Первое. Защищенность. Благодаря постоянной перепроверке материалов, которые связаны друг с другом и также продублированы огромному количеству участников сети, исключена возможность подмены любого участка цепи. Такой кусок будет немедленно исключен и удален. Второе. Абсолютная прозрачность. При этом любой участник может проверить транзакцию, проведенную в системе. Третье. Децентрализация. У концепции отсутствует центральный сервер хранения. Все многочисленными копиями хранится у участников сети. И четвертое. Конфиденциальность. Все, что находится внутри, зашифровано. Да, можно отследить транзакцию, но без приватного ключа определить получателя или отправителя невозможно. Для обеспечения функционирования блокчейн-цепи и ее надежности используют некоторые виды майнинга, такие как Proof of Work и Proof of Stake.